который я вижу во сне. Ах, если б вы знали город цветущих акаций. Сегодня мы здесь, мы собрались на песенный флешмоб, который называется «Мы за мир». Этим названием все и сказано. То есть сегодня прозвучает попурри из песен, популярных в советское время. Это «У черного моря», «Шаланды», «Одинокая гармонь», «Девчата». Ну и, конечно, если мы находимся в Вологде, то без песни Вологда, конечно, никак не обойтись. Песня Вологда тоже будет исполнена. В завершении у нас будет... мы споем песню «Хотят ли русские войны?». Я думаю, что сейчас немножко даже актуальна эта песня. Ну, мы будем не только петь, мы будем и танцевать. То есть у нас даже песенно-танцевальный флешмоб. Вообще мы думали, предполагали, что человек 50 у нас будет участвовать. У нас из общества слепых играют на баяне, как вы уже видели. Будет гитара у нас. Ну сколько на самом деле людей будет, я не знаю, потому что присоединятся к нам же все неравнодушные жители нашего города. Вы знаете, сейчас проходит всероссийская акция, вот такие песенные флешмобы по всей России идут. Мы присоединились, недавно была в Ярославле, но Вологда не осталась, да, равнодушной к этой акции. Мы присоединились, а везде эти акции идут, на вокзале именно, на железнодорожном. Поэтому я вот вообще благодарна вот руководителям вокзала, что они пошли на этот шаг, разрешили и вот очень, кстати, благосклонно восприняли все это. Спросите вы у матерей, спросите.